Можно ли сейчас? 3D принтер. Какая скорость? У вас уже один такой. Вот браслет вот наподобие, он печатается 30 минут. Примерно. Ты можешь себе. Вот такая вот фигурка. Машина может работать 24 часа в сутки. Где-то была фигурка. Смотри, он будет 300 в стоить в два раза больше. Она печатает. Он у него 1.5 метра у флоттера. Ты можешь в принципе метр ударить. 500 рублей за квадратный метр. Дополнение. Можно ноль, можно. Ноль, понятно, да, но вот не короче. Вот сам. Ты все поехал? Да. У тебя еще угодно? Так, ну что? Олег, тут спрашивает про стоимость. Ну, такое дешевле 10. Пластик. Не так долго стоит время. Я скоро уеду. Я понял. Так, ну что, правда, через глаза на ужин. А вы принимаете заказы в единичных, да, количествах? Вот, заказы... Ну как вообще? На каком? Нет, у меня есть визитка. Хорошо. На каком вообще рынке работаете? На каком рынке? Смотрите, вообще пока штука такая достаточно неизвестная. Да? И рынка пока нет. Мы проводим там семинары, популяризацию, 3D-печати. Вот. Но обычно это дизайнеры, там, которые архитекторы, промышленные дизайнеры, да, художники. У нас есть девочка, она, значит, куклу печатает из реальных людей. То есть мы можем снять модель вашу, например, печатать ее глянцевую. Вот. Вот, то есть применение разнообразное, да. А размеры, они же ограничены? Размеры 200 на 150 на 140 мм, вот такой куб. Но теоретически можно и большие вещи делать на зайке. Смотри, такую модель нарисовать. Я не знаю. То есть соседи, карта, они нам хотели заказать большую метр на метр карту тактильную на зайке. Вот, но мы пока, им надо, правда, очень большую серию. Вот, есть огромные библиотеки моделей, там все. Ну, я знаю, я на Хабре периодически появляется, читаешь. Ну, понятно. Ладно, спасибо, буду знать. Получаются вот такие объемные, да, детали. Вот такой. Причем шарик уже внутри печатается сразу. Он же шариком внутри печатается. Просто потом обламывается и все. А так сразу как бы цельный. Можете посмотреть. Сидеть не стоит, он на полу валялся. Только после обработки, да? Не, можно дистанционно. Вот этот свисток сделан на 3D принтере. На этом. На этом, да? Да, на этом. Вот он сейчас такой же печатает. А, вот он тоже свисток. Такой же. Так, давай. А вот этот робот тоже сделан? Это, ну вот эти вот все вот синие вот эти запчасти, которые, ну, зеленые еще, они все напечатаны, да. Это как бы вот рамка учебного проекта, вот сейчас со школами вот работаем, потому что вот робототехника, в основном направление это вот это. На самом деле вот, да. У тебя аппарат называется? Нет. Ребята предлагают тем, то, чтобы люди организовывали свое творчество. То есть, типа, как вот в моем детстве были, так, как бы, идеи, что всякие, общаться с взрослыми, вот такое. И вот если вы что-то хотите сделать, я просто не дофига последствий. Так. Вот такой, так.
могут отпечатать.